чувствуете тревогу, когда оставляете ребенка в чужих руках? Ну а как же? В детсадах, в школах? Ну а как, конечно, чувствую. А вам приходилось когда-либо сталкиваться со случаями детского насилия? Ну нет, не дай бог, конечно, никому. Смотря где, в детском саду нет. Нет тревоги. Нет, не приходилось. Надеюсь, не придется. Ну, естественно, да, чувствуем. Нет, это просто чисто у каждого же есть материнский или там родительский инстинкт, только поэтому. А на самом деле, фактически, ну, лично мы не сталкивались. Ну, конечно, все равно непосредственно присутствует, конечно, все равно. Ну, как такого насилия-то нет, ну, так, некоторые некорректные замечания было в случае воспитателей, там, учителей. Да, потому что сейчас ничего не защищено. Ни школа не наша, ни сады. Может зайти каждый, любой. И что-нибудь сделать. Ну так-то нет, только по телевизору были известные случаи.